здравствуйте, с вами лохматая душа. И я обращаюсь ко всем, у кого есть сердце, доброта, милосердие. Ребята, у нас нет корма. Мы обращаемся к вам опять за помощью, потому что без вас нам не выжить. Друзья, они хотят жить. Они просто хотят жить. Ребят, мороз, холод, как им выжить? Мы с вами в тепле, сытые. Ребята, ну будьте человеками, а? Пожалуйста, будьте просто людьми. Я уже не знаю, какие слова правильно сказать. Я готова перед вами на колени встать, люди миленькие. Я умоляю вас, помогите лохматой душе выжить. Я больше не знаю, к кому обратиться. Я прошу вас, помогите нам, пожалуйста. Встать на колени, да хоть перед всей вселенной, друзья. Я не считаю это зазорным, когда за спиной более 2000 жизней. И попросить за них могу только я. А разнести информацию о них можете вы. И мое обращение к вам. Друзья, пожалуйста, отзовитесь. Мы каждый год встречаем Новый год с надеждой, с радостью. Накрываем красивые столы, поздравляем, покупаем подарки. А приюты из года в год едва выживают. Я прошу вас, я обращаюсь к вашей душе, к вашему сердцу. Отзовитесь. У них никого нет, кроме вас. Вам решать, мои хорошие. Я даже слова подобрать сейчас не могу. Мне кажется, они все давно сказаны. Перед вами наши ролики. Смотритесь в эти голодные глаза. И сами решите, от чего вы можете отказаться в новогодний праздник, чтобы поделиться куском хлеба с голодным бездомным зверем. С наступающим вас Новым годом, друзья! Мира, добра, радости, крепкого здоровья вам и вашим родным и близким. Друзья, к вам обращается лохматая душа. Здесь малыши, которых мы с вами спасли после отравления. Но проблема у нас не закончилась. У нас нет корма, ребята. У нас нет корма, и я прошу вашей помощи. Если мы их спасали все вместе, неужели мы с вами все вместе их не накормим? Друзья, впереди Новый год. Я прошу вас. Нам очень нужна помощь. Прошу вас, друзья, отзовитесь, пожалуйста. Красивые мамины. Мамины. Ребята, они хотят есть. Они просто хотят есть. Как любое живое существо в этом мире. Они просто хотят есть. Друзья, холод, мороз, снег. Малыши растут. Я прошу вас, мои хорошие, у нас огромная проблема – нехватка корма. Нехватка корма. Я прошу, друзья, я не прошу денег. Привезите нам корм. Друзья, пожалуйста, привезите нам корм. Кто что может и кто сколько может. Пожалуйста. Друзья, что может быть страшнее голода во время зимы? Что может быть страшнее голодного зверя, который смотрит на вас из-за решетки и спрашивает: накорми меня? Ребята, мы их спасаем. Но спасти — это не значит посадить в вольер. Спасти — это значит помочь. Это значит уделить внимание. Это значит накормить. Прежде всего, накормить. Мои хорошие, лохматая душа обращается к вам за помощью. Нам нужен корм. Друзья, нам нужен корм. Вы знаете, как страшно вот так идти вдоль вольеров, смотреть им в глаза и знать, что у тебя нет корма, чтобы накормить их. Ребята, одному человеку не справиться. Реально, просто не справиться. Поэтому обращаюсь к вам. Голодные дети, скажите, вы можете спать спокойно, зная, что они у нас голодные? Они наши, ребят. Это не мои, не лохматая душа. Это все наши, потому что они родились без семьи.
И их семья — это мы с вами. Ребята, мы можем накормить наших детей? Я прошу вас. Ha ha ha!